находимся в детском доме номер 8. Мы вот собрались на редкость впятером, такое бывает крайне редко, между съемками. И вот надеемся, что у нас получится интересное общение с ребятами. Вот тут есть Агата, Юрасик, Игорь, Танюха и Пашка нервно курит на улице. Очень редко видимся вместе и рад, что встретились. Хотя скоро мы опять будем сниматься каждый день, и бесить друг друга невозможно. Пока что мы соскучились. Вот у нас здесь сколько замечательных лиц, ребята, с которыми мы сейчас будем общаться, которые нас, может быть, удивят каким-то своим вопросом. Очень хочется, чтобы общение было обоюдным. Надеюсь, им будет интересно с нами. Не ломайте, ребят. Не ломайте, не выкручивайте. Смотрите хорошее кино.